Что такое помощь ближнему, здесь знают не понаслышке. Гуманитарный склад работает чуть больше года. За это время он помог сотням людей из Сарова и Дивеевского района, которые нуждаются в предметах первой необходимости. Здесь принимают вещи и для взрослых, и для детей. Уровень трудной жизненной ситуации у всех разный. Кому-то не хватает на одежду, кому-то не хватает на одежду, например, к школе. Это конкретная ситуация, это раз в год бывает, да? Кому-то нужна постоянная поддержка в виде одежды, обуви. А есть люди, у которых настолько острая ситуация, что им нужны продукты. На вешалках и стеллажах десятки вещей, которые ждут своих владельцев. Это одежда, обувь, игрушки и даже книги. Волонтеры помогают найти нужную мебель, бесплатно дают в прокат ходунки и инвалидное кресло. Никаких требований и ограничений для тех, кто эти предметы забирает, нет. Учет посетителей ведется в специальном журнале, где фиксируются все заявки. Если же необходимой вещи не нашлось, можно оставить свои контакты. И с вами обязательно свяжутся, если она поступит. Есть многодетная семья, они домик малюсенький построили, все-таки осилили, в семье четверо детей. Но дальше у папы проблемы со здоровьем, такое прединсультное было состояние, уже нагрузку он большую нести не может, и уже он может зарабатывать только на самое-самое необходимое для семьи. А дом нуждается в утеплении. Сотрудники гуманитарного склада знают много таких историй. Всегда большой спрос на стройматериалы и волонтерский труд. Для приема вещей есть определенные пожелания. Волонтеры просят приносить предметы, которые готовы к использованию. Одежда, обувь и игрушки должны быть чистыми и без явных дефектов. С вещами и за вещами можно приходить по адресу Пушкина, 24А, по вторникам и четвергам с 5 до 7 вечера и по субботам днем с 9 до 12. По всем вопросам обращаться по телефону 7 70 99. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.